так сказать, особенно развитие, часть развития, поэтому произошло в прошлом году, и в Грузии Министерство внутренних дел за всех пожаров. И... Посмотрели здесь, и штрафы не писать. Трудная ситуация, там они в это не входят. И в 2016 году мы взяли награду за 2013 и 2016 году операторов и диспетчеров систематически безопасность и непрерывность сервиса. Целью нашей поездки было приехать к вам, познакомиться с вашими реформами в системе Министерства внутренних дел. И мы хотели бы, конечно, мы очень восхищены тем, как много вы успели сделать, и тем, какая воля у вас была для того, чтобы изменить это все и практически поменять всю систему, особенно это касается патрульной полиции. Я думаю, что, может быть, через какое-то время мы смогли бы пригласить вас к нам, чтобы вы посмотрели, что у нас тоже это произойдет. Я очень на это надеюсь. Поэтому мы просто учимся у вас и создаем таким образом тоже точки напора в обществе для создания каких-то изменений у нас. Нас очень потрясло то, как вы провели систему реформирования МВД. Для нас тоже большая задача, и я думаю, что очень многое мы... Во всяком случае, поможем, подскажем, как в Грузии проходили реформы, потому что для нас произвело такое большое впечатление. Большое впечатление, как полиция относится к людям, почему именно приоритет человека, маленького человека, который попал в беду, и он это главное для государства. Мне кажется, что это очень важно, и немногие страны постсоветского пространства к этому пришли уже.